просто пиздец. Пошли. Нельзя здесь оставаться. Здарова, братаны, вы на канале Дюфплей, меня зовут Евгений, и мы продолжаем проходить четвертый последний эпизод последнего сезона Ходячих, так что погнали! Ну что, вылазим из пещерки. И у нас тут как бы лес. Так. Бля, все сгорело. Тишина. Эйджей ищет вашего одобрения превыше всего. Ну так давайте ему, вы укрепили его уверенность в себе. Да бля, я вообще красавчик. Все чисто. Если берег в той стороне, то шкала, наверное, там. Хорошо. А ты нам вечно показывает жопу, Кэм. А символ прав. Что? Когда Эйджей убил Марлона... Вы же знаете, что мы с Вайолет проголосовали за то, чтобы вы остались. Асим отдал свой третий голос. Стоп, тогда... Амар проголосовал против, и Руби тоже? Ну, да. Суки! Почему ты об этом вспомнил? Асим сказал, что вы умеете выживать. Он сразу понял, что с вами в школе будет безопаснее. Я проголосовал просто потому, что вы мне понравились. Но его причина лучше. Я просто подумал, что вы должны знать. Асим был прав. С вами было безопаснее. Каким бы плохим ни был Марлон, он спас нас с Эйджеем, а ты поставил меня на ноги. Мы были у вас в долгу. Может быть. И все-таки... Если бы Марлон все еще был главным, нас бы всех давно схватили и увезли. Или убили. Вместо этого мы дали отпор, потому что ты нас этому научила. С Марлоном мы бы не были в безопасности, даже в его безопасной зоне. Мы просто прятались. Чё? Чё? Где? Чё? Выходи, пиздиться будем! О! Братишка! Ты чё там делаешь? Луис! Ей! И опять акцентировали внимание на жопе. Вы не мертвы, это хорошо. Все остальные тоже сбежали? И еще как, они забрали телегу и ломанулись обратно к школе. А ты пошел нас искать. Я думал, что потерял тебя. Всего на минуту. Самая долгая минута в моей жизни. Ой, как-то мило. Все позади, Клем. Рейдеров нет. Наши выбрались живыми. Руби сказала, что глаза Вайолет не заражены. Еще одна хорошая новость. Все будут ждать вас дома. Есть идеи, где он, этот дом? Давненько я тут не был. Кажется, где-то здесь есть мост. В той стороне. Это самый короткий путь. Тогда пошли. Пошли, чё ж. Куда идем мы с Петочком? Большой-большой секрет. И не скажем мы о нем нет.
Я обосрался на букве R. Как будто я картавый. Че я, бля, несу вообще? Так вот. Я убил ту женщину. На лодке. Какую? Ну, убил. Первое убийство. Боже, еще с прошлого эпизода. Да, первое. Потом станет проще, обещаю. Знаешь что, это полный абзац, но я знаю, что так и будет. Теперь я хотя бы знаю, что способен на это. Когда у тебя есть дом, его нужно защищать. Да, так и есть. Я правда думал, что мы умрем там, на лодке. Такие минуты мне в голову лезут самые тупые мысли. Моя черепашка Джефф, номер телефона бабушки Славы, из-за которого я проиграл конкурс по правописанию в 4-м классе, рекомендации, блять! Что-то новое в этот раз? До развода мои родители устроили дом. Я умолял отца сделать прозрачную крышу, умолял, пожалуйста, если ты правда меня любишь. Этот номер определенно не прошел. И мы заключили сделку. Я получаю одни пятерки, а он поставит прозрачную крышу. И ты только теперь вспомнил про эту крышу? Им так и не удалось достроить дом. Я даже не знаю, какого цвета он должен был быть. Стоило спросить. Может, дом был розовым? Розовым? Что, слишком девчачий цвет для тебя? Я так сказал, я не говорил такого. Затроллила. Я бы с радостью жил в розовом доме. Так, хорошо, домик потихоньку. Сколько в нем этажей? Четное число, нечетное? 914. Даже ни в какие ворота. Точно. Я в восторге. Получается, вполне приличный дом. В таком я бы мог жить да поживать, только нужна вешенка на торте. Последний штрих, который вдохнет жизнь в этот шедевр. Ну же, Cap de Grace. Домик на дереве, очевидно же. Да, черт побери, домик на дереве, вот как мы его назовем. Чё, блядь, или я не так прочитал? Как вернемся в школу, построим этот дом. Думаешь, мы сможем? Ну, может, не все 900 этажей. И 14. И 14, но... Очень надеюсь, что сможем. А мне можно помочь? Конечно, можно. Ты у нас отвечаешь за живопись. Давай, нам еще дом строить. И выживать. Потом еще потрахаться. И... Там есть кто живой? Или нет? Да, впрочем, не важно. А вот и мост. Хорошо, спешить не надо. Только идти вперед. Я так чувствую, мне первому надо идти. Интересно... Блядь! Ёбаные птицы! Дамс. Все очень надежно и ничто не предвещает беды, не так ли? Давай. Ёб твою-то мать. Фу. Как-то далеко.
Очень даже. Думаю, мы сможем перепрыгнуть. Да, кажется, все должно получиться. Не бойся темноты! Не бойся бури! Не бойся монстра! Скоро ночь пройдет. Бля. А она что еще не это самое? Мини? Не-не-не-не-не, братишка. Не-не-не. А пиздос. Она еще этих привела. У меня получилось, я тебя нашла. О, Дэн. Мой милый братик. Пойдем со мной. Не-не-не, ну нахуй. Да. Да, умираю. Наконец-то я уйду туда, где всем хорошо. Я хочу, чтобы ты был там со мной. Ты чё, ебанутый? Где все снова становятся людьми? Эй, начнись, она хочет тебя убить. Я знаю, но я... Ёбананах! Не смейте говорить с ним, никто из вас! Боже, почему она такая пизданутая? И вообще, надо съебываться. Чем быстрее, тем лучше. Мини, кончай уже. Он должен быть со своей семьей. Не делай этого. Не волнуйся, Тен, пусть только попробует меня остановить. Но я никуда не пойду без тебя. Ночь скоро пройдет. Пригнитесь! Блять, надо как бы съебывать. Ребята, я помогу ребятам Не пускай ходячих. Перебраться, во. Господи, я не могу говорить слово. Это... Ой! О-ба-ба-ба-ба-ба-ба! О, блядский... Сорян, я что-то как-то не понял, в кого стрелять вообще-то. А, ладно, дубль 2. Тут, короче, нам уже дают стрелять на выбор. Не подпускай ходячих. Хуй его знает, выйдет или нет. Погнали! Не-не-не-не-не-не. О, блядская пизда ты такая-то, а? Да давай заново. Что это самое? Нам, в принципе, это, наверное, надо выцелить. Ясненько, ясненько, я понял, я понял. Погнали! Бля! Господи, я не могу ее выцелить, блядь, нах. Сука! Сука! А почему так долго такое большое пространство? То есть продолжительность. Только много времени. Можно было сразу с этого момента начинать. Ой!
А, блядь, снайпер из меня, конечно, пиздец просто. О! Что-то вышло! Блять! О! Эй-Джей перебрался. Та не двигается с места, я должна ее остановить. Ой! Не-не-не-не-не-не-не! Спасибо. Ах ты ж! Кажется, вы не его семья! Да иди нахуй! Энд, пак юхи, блядь, сейчас как нахуй я че, блядь! На, блядь! Ах ты ж, овца подзаборная! Блядь! Вот так наша Клементина, походу, и сдохнет. Ёбана-то нахуй! Гондонище! Да иди нахуй! Все, до свидули. До свидули, девчонки. Мини! Мини! И как бы пиздосики. Давай на ту сторону, я помогу Тену. Да ему уже нихуя не поможет. К малой съебиська. Бля. Господи, почему так честно надо нажимать кнопки? Блять, аж с этого момента. Господи. Повторно столько всего смотреть. Не, ну это по-зверски. В отношении меня. Это просто пиздец. Как так можно? Ладно, в этот раз надо вовремя все нажать. Я увлекаюсь, простите. Вот только теперь наш братишка не доберется к нам. Тен, нам надо уходить! Скорее! Тен, твою мать! Отпусти его! Если не отпустишь, умрешь! Нет! И правильно сделал! Луис, прыгай! Правильно, идем со мной. Какого хера? Как ты мог вот так взять и застрелить его? Мне пришлось. Иначе бы ты никогда не увидел свой домик на дереве. Домик на дереве! Я сделал это ради тебя. Тен мертв! Он мертв! Ты это понимаешь? Посмотри! Эй-Джей спас тебе жизнь, Луис. Ты бы погиб из-за Тена. И поэтому можно от него избавиться? Можно спокойно его пристрелить? Я не хотел в него стрелять, он был моим первым настоящим другом. Но он снова все испортил, как тогда, когда убили Митча. Я должен был решить. Клем сказала, я могу, так что я решил. Тен. Так, у вас там другие проблемы подходят, так что в пизду Тена. Надо уходить. Монстры нас окружают, да знаю. Как перелезу, помогу вам спуститься с другой стороны. Давайте еще немного. Луис, сука! Да сколько можно? Клем, берегись! А? Чё? А, малой. Черт, их слишком много. Беги, мы найдем другой путь. А как же вы? Вам не выбраться. Мы справимся, уходи.
А, блядь! Да нахуй! Клем, можно залезть! Неплохая мысль. Сначала вот это. А, блядь! Клем! Так, давай уже, пиздячий. Я с тобой. Скорее, я следом. Вот. Давай, Клемка. Ползем, Хватайся. Это... Я же вроде попал. Нет. Дамс. Да пошел к хуям, блядь. Так, короче, ей надо отрезать ногу. Это я знаю. Просто взять и отрезать ногу. Хотя, в принципе, ей уже пизда. Блядь. Закончит как Ли. Клем. Твоя нога. Вот тебе и домик на дереве. Ебать. И за рулем. А что делать? Да, ну да, укус же. Ну вот как бы все. Меня укусили. Пиздец. Просто пиздец. Пошли. Нельзя здесь оставаться. Надо идти дальше. Надо идти дальше. Надо. Надо идти дальше. Дальше. Дамс. Ну, а сегодня мы будем заканчивать выпуск на вот таком не особо веселом моменте. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока.